What's up, man? What's up, man? How are you today? What are you doing, man? I'm just looting this beach. I'm little beach, shut up, please, man. No, you're not little beach, I mean, I'm looting this beach. I'm very nice. Hey, what the fuck are you doing? Are you not friendly? I will say to my mom. Пидор, блядь. I fuck you, mom. What? Sorry, man. Hey, yo! Всем привет, друзья мои, братья мои, сестры, друзья мои, подружки. С вами, как всегда, я, отец Шумору. Добро пожаловать в Hard World версию 2.0. Ты знаешь, что это за игра? Наверное, ты не знаешь, а может быть, ты забыл. Я когда для тебя снимал выпуски по этой игре. И тут, значит, выпустили вторую, новую, уникальную, обновленную версию этой самой игры. Значит, я зашел на сервер, и что я вижу? Я вижу негритенка, и, видимо, негритенок — это я. Так что спасибо тебе за лайк, давай создадим персонажа и посмотрим, что это за игра, значит. Давай посмотрим, каких чаров здесь можно делать. Это выживалка по типу Раста, да, то есть здесь должен строить дома, искать лут, получать удовольствие, охотиться на животных, там, и, соответственно, получать... О, мне нравится. Данди. Динго. Вот, динго будет. Динго-ястреб у нас будет. Вот такой вот. Динго-ястреб, короче. Поехали. Поражать. Кого поражать-то? Меня поразили. Меня породили, в смысле, поражать. И родить, блядь, игрока. Родить персонажа на старте. Так, давай смотрим. Значит, у нас есть рецепты крафта. Мы с тобой можем скрафтить лук-то. Я могу скрафтить стрелы, но не могу скрафтить лук. Ну, совсем ёбнутые, что ли, блядь. Ну как же так-то? Верстак, ремесло. Так, ладно, мне нужно добыть дерево. Как я могу добыть... Дерево. Есть ли у меня вид от какого-то ли... Во, у меня есть вид от третьего лица. Ну, не знаю, как бы изменения я, конечно, не вижу, как бы особо, но, наверное, они есть, да? Давай посмотрим, что это там за бельчонок бегает. Бельчонок, какого хуя ты, блядь, вообще-то не водоплавающий? Кто там побежал в воду? Кто там? Ёбаный рот. Извините, пожалуйста, что за... Куда ты побежал, олененок, блядь? Олененок, блядь, почему меня, что меня трахает? Что меня трахает? Что меня трахает? Что меня трахает? Я не понимаю, что меня трахает. Смерть от облучения? Зашел посмотреть на игру, блядь. Олененок побежал, блядь, под водой по морскому дну, нахуй. Hard World 2.0, блядь. Мы выпустили новое обновление. Мы охуенные разработчики. Ну, ебаные насосы. Собираю я бревна, блядь. Как будто бревен в жизни людей мало, блядь. Ладно, извини меня, пожалуйста. Давай посмотрим, что это за выживалка такая. Козленочек, блядь, под водой. Ладно, все. Я в порядке. Рассказывай, как у тебя дела. Так, это что такое? Почему я бегу, как будто я на месте бегу, просто ручками своими шевелю? Что за говно, блядь, выпускают в нашем стиме? В моем стиме, в котором я игры покупаю, блядь. Почему? Почему? Почему вы такие игры делаете, разработчики, блядь? Если кто-то из разработчиков сейчас есть на видео, напиши мне, блядь. Почему ты делаешь такие игры, блядь? Пиши. Пиши, что за хуйня вообще происходит? Почему у вас козлята, блядь? Ладно, извините, пожалуйста, давай посмотрим. Так, значит, 10, значит, нужно, да? Что у меня есть в инвентаре? Я собираю бревна, они у меня кладутся вот сюда, да? Так, значит, вот так вот. 12, 8, 10, 10, и у меня будет, короче, я смогу пиздить козлят. Замечательно. Я всю жизнь выживал, как, знаешь, мечтал пиздить козлят, блядь, на пляжу. А потом, блядь, пойти искупать, прополоскать песос, как говорится, да? И чтобы меня ёбнуло радиацией. Это, блядь, моя мечта во всех выживательных играх. Во! Козленочек, иди сюда, нахуй! И сюда. Я с тобой поговорю, только не убегай. Чё там? Пожилая Годзилла мертв. Причина 4-2-5-1-6, блядь, 0 в чате. Что за нахуй здесь творится? Так, мне нужно еще топор сделать, да? 5-5. Давай, мы сделаем топор. Значит, топором теперь я могу добывать себе, конечно же, всякое говно, да? В смысле? Блядь, не говорите, что вы надо мной издеваетесь разработчик. Что я могу здесь сделать топором? Нахуя мне топор, если я не могу им рубить деревья? А, наверное, этот топор нужен вот для этого. Слушай, либо я даун, либо разработчики. Одно из... Нахуя мне топор? Нахуя? А. О! Подожди. А дерево почему я не могу рубить топором, блядь? Это же топор. Написано топор, значит. Топор должен рубить дерево, блядь. Понимаешь? Дерево. Дерево должен рубить топор. Вот топор у меня. Вот дерево, блядь. Нет, либо я даун. Нет, я не даун, точно, короче. Понятно, подожди. Каменная кирка, топор, костер, значит. Костер, стрелы, повязка, значит. Я могу сделать себе повязку. Но мне нужны козленочки, да, козлята.
для того, чтобы выживать. Идите сюда, нахуй, маленький. Пиздюк! Вернулся, развернулся, нахуй, отдался мне. Отдался мне, я видео снимаю. Смотри, какие они смешные, блядь. Иди сюда, маленький, нахуй, иди сюда, блядь. Поразвлекаемся снова, иди ко мне, хороший мой. Иди сюда, пи-пи-пи-пи, блядь. Иди сюда, я тебе приписюлю капицу. Иди ко мне, маленький, иди, хороший мой. Иди, куда ты, блядь? Ты в тупик попал, ааа, блядь. Я не могу, я ору, блядь. Hard World 2.0 у нас охуенное обновление. Мы полностью переделали игру, блядь. Давайте, козлята, блядь, давайте под текстурами бегайте, блядь. Я ору просто над такими играми, блядь. Играйте в меня, играйте в нашу игру. Мы ее тут переделали, доделали. Что вы переделали? Что вы доделали, блядь? Здесь кто-то живет. Сейчас мне дадут пизды, смотри. Прямо на видео. Уважаемые! Это чтобы закрыть дверь, мне нужно нажать Е, да, блядь? Замечательно. Это чтобы закрыть, я понял. А сейчас она, видимо, открыта, да, у вас? Здесь живут люди. Здесь живут игроки. Я как-то могу... Я же могу как-то пиздеть с игроками, да? На какую-то клавишу я должен же. Так, на С я... А, вот, на В я пиздеть могу с игроками. Ладно, давай посмотрим на мир. Давай посмотрим на все. На все это дело, значит. Под 100 кадров у меня 89, 95, я вижу 101, 100, когда как. Ну, то есть, ну, нормально, в принципе, нормально. Кто-то из графодрочеров сейчас может сказать, что Мору, блядь, ну здесь же графики нет, чему здесь лагать, блядь, как-то нет, нахуй. Это все полигоны, блядь, это все текстурки, понимаешь? Это все работает, как бы. Нахера мне это все, я не понимаю. Нахера я вот сейчас собираю вот это вот, кремень, камень, это все замечательно. Я хочу дерево порубить спокойно, а дерево я могу в виде бревен только собирать, видимо, да? Зато могу построить себе лачугу, блядь, и жить в ней вечно. И верстак могу. Наверное, в верстаке, наконец-то, я смогу себе скрафтить лук. Да, как мне кажется. 23 минут, 16 минут. Это у меня там смерть от облучения будет, да, через 20 минут. Замечательно, блядь. Но этого мне хватит, чтобы записать вот этот ролик, нахуй, и высказать свое охуенное мнение об этом ролике. Об этой игре, точнее. Об этом ролике ролик охуенный, как бы. А вот об игре я вот вообще не понимаю, что они наизменяли. Почему? Разработчики прислали письмо, значит, нахуй. На почту мне. Говорят, Шимору, блядь, вы, как бы, у нас игрок бывший, там, блядь, не бывший, настоящий, как бы, приходите, у нас тут вообще пиздец, как бы. Мы тут работали, трудились, нахуй, и сделали вам офигенное обновление. Вы просто обосцитесь, вы будете счастливы от выживания в этой выживалке, блядь. Вы просто раскочекрыжитесь сразу и будете играть в нас сутками. Вы будете посещать нашу игру бесконечно, заходить в нее каждый день, спать и думать о ней. Хуй-то там, блядь, я хочу выйти уже отсюда, привет, олень. Иди сюда, нахуй. Ах ты, нихуя себе! Ты подательный! На, нахуй! На, нахуй! Давай, доджимся, нихуя, это битва с боссом, блядь! В ММО, значит, можно от него, от его ударов, от... Опа-на! А что такое, блядь? А вы мертв, сэр. А что такое, нихуя, блядь? Так, ладно. Я не могу, блин. Я хотел записать нормальное видео, а приходится обоссывать опять игру. Ну что-то... Опа-на! Сказал я себе. Нифига себе здесь крафтов. Изогнутый лук. Железное копье. А такое, сейчас мне стрела прилетит. Я хочу лук какой. Кто там, блядь, меня бомбанул, нахуй? Кто там, блядь? А я могу только такой лук сделать, да? Мне нужно сухожилие животного. Оно у меня есть. И мне нужно 50 древесины. 50 древесины, ты понимаешь? 50. Это, блядь, не 10, не 20, это 50. 50 древесин. Где я возьму 50 древесины, если у меня топор, который должен рубить дерево? Нихуя не рубит дерево. Не, ну может быть я не разбираюсь. Может быть этот топор предназначен для другого, блядь. Может быть он для того, чтобы засунуть в жопу кому-нибудь. Я не знаю. Либо что-нибудь еще. Но он не рубит дерево. Такое дерево, блядь, ты рубишь, нахуй. А стоячее дерево ты не рубишь, блядь. Потому что ты бревно-топор, блядь. Вот что я тебе скажу, нахуй. Вот как же так-то? А где мой верстак? Где верстак, который я здесь видел? Где верстак? Где верстак? Блять, выживаю как могу. Но могу как могу, блять. Это самое главное. Так, значит, давай вот так вот. Опа. Чё? А, извините, пожалуйста. Я немножко перепутал. Вот так я должен сделать. Вот так вот. Вот, и мне дали сдачу. Спасибо большое. Спасибо. Мне дали сдачу. Все, у меня есть лук. У меня есть лук, я могу его на быстрый слот пиздануть, да? Опа-на! Опа-на, охуенно! Так, значит, лук у меня есть, и я могу теперь сделать стрелы. 5-3. У меня не хватает бревна. Да? У меня не хватает бревна?
Видимо, у меня не хватает опять бревна. Но зато у меня есть лук, понимаешь? У меня есть прогресс. У меня есть лук, но у меня нет стрел. Значит, мне нужно найти еще бревен, значит, которые валяются просто так на земле. Вот он, вот оно, выживание в 2019 году. Вот так вот надо делать выживалочки в 2019 году. Пизданул оленя, сделал лук. Ну, нарубил дрова, сделал стрел. Охуенно все у тебя, ты выживаешь. Но мне нужны шмотки еще, да, как бы, чтобы жить здесь и выживать. Плодотворно, как говорится. Везде верстаки игроки понастроили, которые нахер никому не нужны, да. То есть просто поставили, вон там, вон домики чьи-то стоят, лачушки. Ох, уж эти растоподобные игры, а. Делают, делают. Ни анимации не поправили, блядь. Когда я снимал ее? 2 или 3 года назад, блядь, последний раз. Ну вы чё, вы чем там занимаетесь, нахуй? Мы кофе пьем, блядь, во время разработки игр, нахуй. Мы кофеёк, кофейком мы пьем, блядь. Кофе нам нравится пить, блядь. Нам не надо разрабатывать игры. И так покупают в Стиме. Нормально, нормально. У нас есть игроки, хотя бы 5 игроков есть. Самое главное, это интересно. Что такое-то? А, извините меня, пожалуйста. Вот так вот, давай. Опа, опа, опа. Все, короче, я теперь модный, молодежный, то есть у меня теперь есть стрелы, да? То есть я могу, есть чем зарядить, как говорится. Во. Во, теперь я могу, в принципе, кому-нибудь приписюлить со своего лука. Сенса, конечно, огромная, но мне лень сейчас вот просто брать на видео, блядь, и менять эту сенсу. Давай посмотрим, сможем ли мы поохотиться еще на оленей. Мне же нужно одежду, да, сделать как-то. Одежда каким-то образом должна делаться. Игроков на сервере должно быть определенное количество, на самом деле. То есть я заходил, здесь было 40 человек, 40 игроков онлайн, то есть. Видимо, они играли всю ночь, блядь, а сейчас пошли спать. Да? Это что там такое? Это что за хибара такая? Кто это здесь понастроил тут такого говна? Не, не могу я с такой сенсой играть. О, господи, что у вас здесь с настройками? Управление. Где мое управление? Чувствительность мыши. 5 мне, пожалуйста, сделайте чувствительность мыши. Нихуя себе, это слишком низко. Что у вас, блядь, с настройками мыши? 7 давайте сделаем. Давайте 7. Во, 7. 7 сенсы более-менее. То есть можем с копьяцом управляться. Это кто такой? Ой, смотри, смотри, маленький пиздюк, блядь. Сразу съебываться, а? Маленький кусочек говнеца, блин. Так, так, это лесопилка какая-то, да? Это что такое? Импровизированный лук. Что за импровизированный лук, блядь? Здесь что, здесь лут в этих контейнерах или что? Абсолютно нихера мне непонятно. Иди сюда, нахуй, маленький. Я не для того сюда пришел, чтобы таких, как ты, пропускать. Вот так вот! One shot, one kill, no luck, just kill. Woo! Че, нравится тебе? Нет, мне не нравится, шумор. Че подобрать можно? Разделать я тебе могу? Да я тебя разделаю. Я тебя разделать не могу, больше маленький. Какая детализация, какая охуенная моделька. Лоу-поли из лоу-поли просто, нахуй. Просто нарисовали просто кусок говна, и будет этот кусок говна называться олененком. Вот как мы будем делать игры, блядь. В нашем-то современном культурном обществе, дорогие мои дамы и господа, блядь. Ну это же просто пиздец. Ладно, давай посмотрим, что здесь у нас. Значит, там тоже дома, тут тоже игроки. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Что лежит в этой вот... Что лежит в этой кучке говна, извините меня, пожалуйста, за выживание. Давай посмотрим. Вот так вот. В этой кучке говна лежал янтарь. Так, мне нужно найти любой верстачок. Любой верстачок от какого-нибудь игрока. Да, чтобы... Мне нужна бронька по-любому, да, чтобы я мог выживать как бы. Мне же нужна броня какая-то. Я же могу вон сделать. Перемычка из шерсти. Это что такое? 9 нужно. У меня 16. Так, 16. Зато я буду ковбоем, нахуй. Что? Обработанное железо, вы что, издеваетесь? Это какая руда? Кремень, камень. Это какая руда? Уголь. Я нихуя, я даже ковбойскую шляпу себе сделать не могу, понимаешь? А вон там вон металлическая руда, возможно, да? То есть мне как раз нужно железное, ее нужно, наверное, переплавить, как бы. Все логично. Как бы, все логично, все как в играх на выживание. Давай посмотрим, что вот это за херня. Что здесь за руда? Какая здесь руда вообще? Restarting 10 minutes, no vibe. Без... Какой 10 минут я зашел записать серию? Железную руду я получил. А вот она у меня складывается, да. А как я могу... Я в верстаке могу как-то переплавить? Как бы смотри, железная руда везде валяется, да, получается? Ай-яй-яй-яй-яй, рестарт in 10 минус, блядь. Какой рестарт? Ой, дождик пошел, смотри-ка. Дождик... Ёб твою мать, что это за лаг был? Меня оттолкнуло. Каменный кирпич. А здесь можно, видимо, железную руду, наверное, сделать, да? Фрагмент, факел. Нет, нужна печь скорее. Чё, блядь, холодно тебе? Сильный голод. А что я жрать могу? Я нарубил оленят. Холод. Сильный голод.
Ёбаный в рот. А это выживалка хардкорищи. Понимаешь, смотри, я хочу жрать, я не знаю, что мне сожрать. Вот это что такое? Лук импровизированный. Падение. Отправить в чат. Падение. Это называется падение, блядь. Перевод мы тоже делать не будем. Я могу поесть сильный лук. Импровизированный лук. Могу съесть. Я что-нибудь съесть могу. Меня кто-то стрельнул. Блядь, что это было? Какой-то звук, как будто стрела рядом пролетела. Это что такое? Открывайте, ёбаный! Открывайте дверь, блядь! Смерть от холода? Что? О, смотри, там кабан на меня смотрит, блядь. А у меня смерть от холода, блядь, наступает, понимаешь? Чё ещё надо, блядь? Смерть от холода, блядь, заебись. Заебись, вот так вот. Нет, я выложу это видео, я покажу вам, блядь, как делают их. Мистер Кабан, получите въеблан. Мистер Кабан, получите ещё. Мистер Каб... Мясо! Мне нужен костюм. Не захлёбывайся нахуй. Всё у тебя будет хорошо. Я сделал костёр. Всё. Я сделал костёр. Зажечь. Всё. Всё, у нас всё заебись. Готовим мясо. Вот так вот надо выживать. Я же опытный выживальщик. У меня есть шкура кабана. При смерти. Чего, блядь? Гори! Гори, сука! При смерти! Гори! Огонь! Ебанутые, что ли, такие игры мне делать, блядь? Что? Я сделал, мать твою, блядь, не так! Выбрать место. Хуеста, блядь. Меня ждала фиеста. Я проебал все. Вот так вот я должен выживать в современных выживалках, в играх на выживание, вы хотите мне сказать? Просто вот так вот откиснуть? Hello, man. What's up, man? What's up, man? How are you today? What are you doing, man? I'm just looting this beach. I'm little beach. Shut up, please, man. No, you're not little beach. I mean, I'm looting this beach. I'm very nice. Hey, what the fuck are you doing? Are you not friendly? Пидорас, блядь! Пидорас, я был маленьким ребенком, я прикинулся, сука! Мы, говорит, не френдли, да пошел ты нахуй! Пошел ты нахуй со своей киркой, блядь! Козел, блядь! Козел, блядь, ебать, дай я бревном! Как я его пиздить могу? Я не могу его пиздить, у меня ничего нет! I will say to my mom. Пидор, блядь! I fuck you, mom. What? Sorry, man. Что, блядь? Охуеть вообще, охуеть поиграл, блядь. Охуеть. Я ору, блядь. Да пошли вы нахуй, такие игроки, блядь. Просто бомжа взял киркой, отпиздил. Ну зачем, зачем? Можно было поговорить, понимаешь? Можно было поговорить. Ну ебаный тут театр, ну что за такое-то? А, дай я тоже кирку сделаю. Говорит, я говорю, я расскажу своей маме. Я говорю, нехорошее слово с твоей мамой. Ну что такое-то, блядь? Где вообще воспитание у людей вообще, блядь? 5-2. Так, что у меня есть здесь? 4. Дай я кирку возьму, отпизжу этого уёбка, блядь. Где он нахуй? Отпизжу, пойду его лут заберу, блядь. У меня теперь есть цель, нахуй. Я пойду отпизжу его своей киркой, нахуй. Где он меня отпиздил? Вот что бы мне знать, как бы. Я карты не знаю. Не, ну это же просто пиздец. Ну это просто пиздец. Вот маленькие уёбки, блядь, а. Где ты, говно, блядь? Иди сюда. Так, а это я могу как-то... Киркой я не могу, да, охуенно. Меня просто отка... По-моему, где-то здесь этот маленький полудурок, блядь. Просто вот новичка, понимаешь? Вот так вот новичков встречают в игре, понимаешь? Вот так вот новичков встречают на сервере, нахуй. Понимаешь, пришел такой, блядь, и он тебе «Sorry, I fuck your mom», блядь, и убивает тебя киркой. Ну что за пидор? Зачем такие вещи говорить? Зачем такими некультурными быть? Что это такое, нахуй? Что это? Деавторизация, авторизация. Все, нахуй. Это моя территория. Все, пойду в этот дом. Да? У вас есть база. Это же моя база теперь, не? Не, видимо, не моя база.
Охереть, здесь люди понастроились, блядь. Убивают кепок, которые только рисуются на пляже, понимаешь? Я был доброжелательным. Я хорошего ему желал. Сервер лагает, блядь. Выживалки в 2019. Здравствуйте. Найду я его или нет? До рестарта сервера. Restart in 5 minutes. Restart. We are restarting our servers. Где, блядь? Что-то его нет нигде. Так, подожди. Здесь мы тоже не можем взаимодействовать. Птички там поют у нас. Птичкам весело, птичкам охуенно. Мне нихуя не весело, понимаешь? Я должен что-то сделать с пиздюком. Я должен найти его и уничтожить. Так, копье могу сделать, да? Сейчас, пойду пиздюлей дам все-таки кому-нибудь. Если я за 5 минут его найду, если то заебись. Если нет, то нет. Как бы мои выводы по поводу этой игры. Залупа, блядь! Еще та, как бы, понимаешь? 2019 год. Вы сделали Hearthstone, блядь. 2.0 версия. 2, мать твою, 0. Вы должны были привлечь игроков в эту игру. Вы меня оттолкнули. Почему? Да потому что все криво, нахуй. И меня убили на пляже, блядь. Вот это вот самый главный мой аргумент. А я новичок, понимаешь, я хотел дружить с ним. Он мне сказал, пошел ты нахуй, ударил меня киркой по эмблету просто. Видит, что я бомжик, что у меня ничего нет. Что у меня ни копья, ни хуя вообще. Я могу съесть? О, смотри, я могу что-то покушать. Ну теперь хоть от голода у меня ничего не будет, то есть. Птички поют. Hello? Somebody? Я пытаюсь вызвать игроков, чтобы они мне... подсказали, ведь я же маленькая лялька, я должен прикинуть, нихуя себе вы там, блядь, стену в Мордор, блядь, запилили, я не знаю, что это такое. Вот это здесь, да здесь вообще сервер наполнен, мне кажется, здесь таких бомжиков, как я, быстренько растерзают, как бы, когда сервера наполнены в подобных играх. Ну, то есть то, что там 40 человек онлайна у них, скорее всего, как бы, быстро игроки, знаешь, заканчиваются. Ох, нихуя себе меня телепортануло. Hello? Somebody? Никто со мной не разговаривает, как бы. Никому я нахуй не нужен такой маленький. А это кто такое? Это что-то, это тоже там что-то на скале построили. То есть, смотри, все дерево, весь камень на территории вообще, как бы, его нет. Значит, здесь, скорее всего, кто-то лутался, и кто-то здесь живет. У вас есть база без точки возрождения. Поставьте кровать, чтобы восстановить точку респауна. Пишет мне огромными буквами, блядь. Справа. Зачем мне такие огромные буквы? Вы закрываете мне обзор, блядь. Хм. Никого не видно. Что там построено такое? Что это за город? Я успею за 2 минуты добежать до города. Короче, мои выводы по поводу игры. Если ты хоть раз задумывался взять этот кусок говна, блядь, не думай даже. Не бери. Не бери. Не надо портить себе нервы. Нихуя себе здесь кто-то отстроился. Хардстоун, блять, Хардстоун. Какой Хардстоун, блядь? Хардворлд 2.0, понимаешь? 2.0 версия. Фух, ладно, ну я повеселился хоть немножко удовольствия я получил, как бы. Ну, получил пиздюлей, но что-то мне как-то было приятно это увидеть. Ну, просто еще раз убедиться, что говнари всякие в игры играют в такие. Подожди, дай-ка мне. Ай. Он же не Белочкин, чтобы меня убивать так вот. Опа-на, это вход, видимо. Давай посмотрим. Это явно кто-то делал своими ручками. Hello? Нихуя себе, сказал я себе. Да здесь, блядь, целые баррикады понастроены, понимаешь? Здесь кто-то гоночки делал. Что это такое? Что это? Что, кто это вообще делал? Это разработчик по пьяни, блядь. Построю-ка я что-нибудь на карте, блядь. И решил запилить вот это говно. Что это такое? Что это? Что это за нахуй? Зачем мне это? Что здесь есть? Здесь лута? Нет. Для чего мне это? И на меня смотрит козел какой-то, блядь. Пойдем козлу дадим пиздюлей. Давай, перелом ноги, заеби! Рестарт. Вы были исключены. Сервер. Рестартинг. А-а-а! Дружище, я уже сказал тебе свои выводы, но видео, мне кажется, получилось интересным. Еще раз показать, как обсираются в 2К19 разработчики, пытаясь заманить снова в свой говнопродукт. Дружище, спасибо за лайк. Пока-пока.